Круглый стол перемены «Зеленое Подмосковье» прошел в рамках серии встреч по обсуждению инициатив для включения в народную программу партии «Единая Россия. Подмосковье. Территория перемен». В Центральном парке депутаты Мособлдумы Игорь Каханы и Дмитрий Денисько пообщались с молодыми жителями. В городском округе реализуются экологические проекты, проводится очистка водоемов и создаются современные зоны отдыха. В Люберцах расположено 5 благоустроенных парков. Однако юным горожанам не хватает новых скейт-площадок, питьевых фонтанов в парках и отдельных стен для граффити. Все вопросы и просьбы молодых люберчан занесены в протокол. Активизируйтесь. И, кстати, даже сегодняшняя встреча в плане наказа, это очень здорово. Все-таки очень надеюсь, что у нас наш Кореневский карьер победит в голосовании, да, и в следующем году, возможно, мы приступим к проектным работам и тоже будет финансирование, сделаем его не хуже, чем Малаховское озеро.